блять, паскуды! На! На! Иди, сдохни ты уже нахуй! Охренеть просто! Я даже не надеялся, что я смогу всех их раскидать. Миниганчик мой. Так, он еще пригодится, он еще пригодится. Так. Фу, сейчас я спокоен, то, что в этом здании больше нигде нету зомби. И то, что Жека будет в безопасности. Я надеюсь, то, что в скором времени он поправится. Все будет нормально, я его вытащу отсюда. И помогу ему найти его маму. Так, а чё это все? Чё тут за свадьба какая-то была в этой столовке? Офигеть! Так, чё тут может быть? Так. Есть ли это... Печенье? Печенье? Так, и... Чё ещё? Это все? Ради этого я перебил штук 30 зомби! Ладно, пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Как я уже сказал, насрать на лут. Главное то, что я... Очистил это здание от зомби, и сейчас полностью на 100% уверен, то, что Жеке и мне не грозит опасность. Так, что тут может быть? Так, это что еще за книжечка? О-о-о-о-о называется. Спасибо вам за поддержку. Ставьте лайки, если хотите новую серию зомби. Охренеть, что за записки сумасшедшего? Тут зомби-апокалипсис, он говорит какую-то новую серию зомби. Тут, я не понимаю, тут блогер обедал или что? Охренеть, дебила, кусок сраного. Так, ладно, ладно, ладно. Если я Жеку спас, если я все очистил, значит все в порядке. Только вот в чем проблема. Я до сих пор не нашел лекарства, чтобы как-то поддерживать жизнь Жеки, чтобы как-то его лечить и еще что-то делать. У меня вообще нифига нету. Так, ладно, 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 аптека. Если, в принципе, если это больница, даже тут в больнице нету никаких запасов, значит, мне нужно найти склад. Откуда возили запасы сюда, в эту аптеку, в эту больницу? Так, ладно. Ладно, надо куда-то пойти, надо что-то найти. Только я не помню, где и что... Твою мать! Так. Так. Не зря... Не зря я столько времени подозревал то, что где-то тут есть снайперы. Не зря. Так, мне нужно перебежать вот туда, куда-то. Я вроде убил главаря вот этих всех бандитов. Или это была его правая рука, я даже не помню. Так, ладно. Как я понял, стреляли откуда-то с этой башни. Я давно подозревал то, что что-то неладно с этой башней. Это еще что такое? Что это за оружие? Там орудие. Ладно. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Вот-вот! За... Паскуда. Так. Так, это, походу, еще одно убежище бандитов. Тут очень опасно. Еще один бандит. Еще один. Так, он меня пока не видит, а? Ладно, я заберусь вот туда наверх и выстрелю ему прямо в затылок хедшотом. Так. Это еще одно убежище бандитов. Нельзя это просто так оставлять, учитывая то, что напротив больница, где обитает... Джека, я! Ладно, мне надо как-то расчистить это здание. В принципе, выхода у меня нету и выбора тоже. Поэтому надо топать туда. Твою мать! Эти конченые зомби! Охренеть, просто реально. Когда-то я инфаркт просто схвачу от этих зомби. Так. Еще один бандит. Там, вот еще один бандит. Они, походу, дремают. Как я вижу, им там хорошо... бутылки вина на земле, и они, в принципе, ни хрена не слышат. Да они даже не слышали то, что я выстрелил в этого заразу бандита и убил зомби. Хотя, в принципе, у меня глушак. Ладно, это... Так, а куда ведет эта кровь? Что тут за зарости-то такие непонятные? Охренеть просто. Так, ладно. Твою мать! Твою мать! Идите нахрен отсюда! Так, так, круто, очень круто. Я не знаю, оставлять ли это вот так, или все же зачистит это все, эту срань, похренеть. Просто у меня прям башка закружилась, когда я увидел эту кучу зомби. Так, у меня нету патронов в калаше, у меня есть миниган, у меня есть дробаш. Наверное, все же я опять воспользуюсь миниганом, учитывая то, что я видел там одного военного, лежащего на земле. Может, там даже что-то будет полезное. Ладно,
На всякий случай, кто его знает, если я пойду убивать вот этих бандитов, а зомби сзади меня подкрадутся, просто растерзают меня на куски, паскуды! Охренеть, просто миниган, прям чудо природы какое-то. Так. Здесь тут больше никого не будет. Ладно. Так. Не зря я сюда пошел. Еще одна граната и два магазина для калаша. Круто, так, ладно. Рано веселиться. Учитывая то, что эти заразы, так, дробаш, учитывая то, что, так, им как бы вообще посрать, им как бы, так, это что еще за орудие? Так, это еще что за орудие? Так, ладно, слава богу, там никого нету. Этим скотами вижу как бы вообще, так, похрен, да? Так, эти даже не слышат, хорошо. Ой-ой, так, он сюда. Нет, он вроде не сюда смотрит. Хорошо, что он меня не заметил. Да, им тут, как я вижу, очень даже хорошо. Они тут набухались, отдыхают. Похрен то, что может прийти такой ключасник, как я понял, не выпало. Мне надо как-то внутрь сюда попасть. Так, или граната, или С4. Так. Прикольно. Так. Хорошо. Так, это, как я понял, какой-то у них склад оружия, что ли? Или чё? Ну, хорошо, что тут никого нету. И там никого нету, вроде. Так, не зря я уже сюда пришел. Дымовушка. Пожалуйста. Еще что-то, пожалуйста. Да... Патрончики, да? Только для чего? Офигеть! Это пистолет-пулемет, как я понял. Вот круто! Это мне точно пригодится. Ладно. Хорошо. То есть у меня есть два магазина для ПП-2000. Ладно, надо двигаться дальше. Надеюсь, тут никого не будет. Не первый раз я уже встречаю камеру пыток. Так, нет. Он мертв, и он не превратится в зомби, слава богу. Не первый раз я уже встречаю камеру пыток вот этих конченых сраных бандитов. Им, в принципе, вообще посрать на моральные принципы. Они мочат всех подряд. Мужчин, женщин, детей. Я подобное видел на военной базе. И в метро. Я уже не первый раз вижу вот такую... Так, ладно, у меня аж мурашки по коже от этой хрени, надо двигаться дальше. Чё тут еще есть такое? Охренеть. Тут чё? Они, походу, тут... А, этот дебил даже меня не заметил, да? Он целится куда-то, он меня не слышит. Так, я не меня тоже... Бля, паскуда! Так, эти заразы меня не слышат, да, и не видят. Хорошо. Тут три снайпера, как... Один... Да, у него снайперка, у этого снайперка. Да. Так, что мне делать? Так, в первую очередь, надо посмотреть, что у них тут есть. Да, круто живут бандиты. Пожрать нечего, зато, что это такое? Так, у меня какой-то французский костюм, какой-то военный. Не знаю даже, где его достал. А вот это спецназ, да? Офигеть. Так, мне по душе спецназ, поэтому пускай у меня будет костюм спецназа. В принципе, мне кажется, по защите они даже одинаковы. Да, по защите они одинаковы, поэтому буду я русским. И спецназ. Где еще? Что-то я не понял. А почему половина спецназа, половина бритиш, то есть английского костюма? Что-то я не понял. Ладно, бред какой-то, перепутали что-то, вот эти конченые бандиты. Ладно, френч, вот так. Это пока я отложу в рюкзачок. ПП-2000, мне кажется, ПП-2000 тоже можно отложить в рюкзачок. Сюда. Это что еще выглядит такое? Мне кажется, это мне нафиг не надо. Что за звуки?
то ли рядом зомби, то ли фиг его знает. Так, это что такое? Хилка? Хилка мне пригодится. Хилка мне даже очень пригодится. И лечилка. И в принципе хилка. Не зря я нашел хилку. Я могу ее дать Джеки. И мне кажется, его состояние намного улучшится. Так. И вот этих снайперов тоже нельзя просто так оставлять. Если я буду забираться выше, да, вот тут проход, надо их как-то завалить. Может, с помощью этого оружия? Ладно. Так. Так, а чё, патрон... Да, охренеть, охренеть, просто я уже так обрадовался. А там патронов нету. Так, ладно. В первую очередь надо убить вот этого. Эти два дебила меня могут заметить. И могут заметить то, что их собрат. Охренеть, собрат умер. Поэтому надо его первого убить. Минус один. И вот этих нужно убить где-то за 2 секунды, чтобы они просто не смогли отреагировать. Ладно, раз, два. Один, один, один! Вроде со всеми справился, вроде, как я вижу, больше нигде нету снайперов. Я на это очень сильно надеюсь. Так, ладно, надо двигаться дальше. Надо полностью зачистить вот эту башню. И я надеюсь, то, что я полностью смогу обезопасить этот район. Так, это уже мне не очень нравится. С одной стороны нравится, с другой нет. Я понимаю то, что вам тут паскудам очень комфортно. Вы тут наворовали золото, золотые статуэтки, шкуру медведя, бухлишка. У вас даже камин искусственный дома есть. Охренеть просто. Охренеть просто. Так, я чуть не могу понять. Мне кажется, или это или самая главная база бандитов, или одна из главных баз бандитов. Потому что если тут куча золота и наворованных предметов, то там выше, на самых верхних этажах, может быть главарь бандитов. Не... Обычные бандиты просто не могут себе позволить вот этого всего. Так, ладно, 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 надо выдвигаться дальше. Если там будет главарь бандитов, то у меня возможность появилась заварить эту паскуду и наконец-то закончить вот эту войну с этими конченными бандитами. Так, как подняться наверх? Через балкон, что ли? Так, так, еще раз надо разведать обстановочку. Надеюсь, то, что больше нигде тут нету никаких снайперов. Так, крыша, нет, это еще что за здание? Походу, какой-то музей или я не знаю даже. Так, тут у нас еще и... Так, 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 так. Офигеть, это новая снайперка. Это старая. Это новая. Охренеть, просто. Только мне кажется, тут зум намного лучше, чем у этой. Но мне кажется, тут урончик побольше будет. Так, уже неплохо, снайперка. Это реально, что ли, какая-то башня снайперов? Не зря они что-то там такое охраняют. Вот эти все запасы, золото. Зачем, в принципе, золото в зомби-апокалипсисе? Но что-то там ценное наверху есть, 100%. Так, ладно. Вот эту снайперку я 100% буду использовать, только я ее пока отложу, да использую вот эти все патроны, которые тут есть в старой снайперке, и потом возьмусь за новую. Так, надо выдвигаться дальше. Надо дальше. Сломаю-ка я вот эту кнопочку, хотя сначала открою дверь и сломаю с другой стороны. Так, хрень, не, да. Так, сейчас, сломаю кнопочку. Так, охренеть. Вот сейчас я прям не врубился. Чё это за... Как? Так, чё, и бассейн тут снизу? Как? Как они нахрен? Я не понимаю, вот не понимаю, бандитам что ли нехрен делать? В смысле Феррари? В смысле спортивная машина? На каком? На пятом этаже этой башни? Как ее... Это зомби-апокалипсис или какая-то мистика? Я ни хрена не могу понять. Или бандитам реально настолько нехрен делать, то что они с помощью грузоподъемного вертолета затащили сюда машину? Так, вот сейчас все стало на свои места. Я просто уверен на 1000000%, то что там выше какая-то главная шишка сидит, попивает то же вино, которое я видел снизу, и придумает новые планы нахрен по захвату мира или
города хотя бы этого. Так, если у этого чудака вот такие загоны, то что он напрягает своих солдат поднять Феррари на пятый этаж этой башни, 100% нужно его завалить, 100%. Так, охренеть просто. Дебила кусок, я до сих пор в шоке, что он творит. Ладно. Ага, он еще и пейзажи рисует. Зашибись. Открывай! Охренеть! Так. Охренеть! Так. Не зря я вот эту кнопку сломал. Как мне выбраться отсюда? Они сейчас сюда. Они сейчас дверь выбивать будут и завалят меня. Их там ни один, ни два, ни пять человек. Они... дверь. Так, все ж мне. Единственный вариант прыгать в этот. Я допрыгну. Да чего уж тут там? Пора пока, паскуды!